Знаю, многие из вас любят часами задротить в различные игры на вашем телефоне. А я вам сейчас покажу сразу несколько игр, играя в которые вы будете зарабатывать и выводить ваши деньги на Киви, Payeer или на банковскую карту. В каждой игре в выпуске будут спрятаны различные денежные промокоды, поэтому смотрите внимательно, не пропустите и начинаем. Начнем с топовой игры Happy Digging, в которой вы можете зарабатывать, пожалуй, самые быстрые 500 рублей в вашей жизни. И я не шучу, сегодня мы их как раз таки отсюда будем выводить. Суть в том, что вам необходимо копать шахту, затем добывать здесь драгоценные металлы, обменивать их на реальные деньги и выводить. Чтобы начать копать шахту, вам необходимо заправить ваш бур топливом, и стоимость одной заправки 55 золота. И смотрите, сразу после регистрации вы получаете 60 золота на баланс для первой халявной заправки. Итак, просто запускаем бур, все золото потрачено, бур начинает у нас копать эту шахту, и как видите, он добывает различные камни. И эти камни надо собирать, потому что эти камни вот здесь мы сможем с вами обменять на золото и снова заправить бур. Также, друзья, в этой шахте вы можете добывать вот такие вот драгоценные камни, такие как изумруды и алмазы, и уже эти камни вы можете обменивать на реальные деньги и затем все это дело выводить. Но, друзья, больше всего таких драгоценных камней содержится в сундуках, который тоже может добыть этот бур. Вот давайте сейчас обменяем обычные камни на золото, чтобы снова запустить бур. Все обменяли, запускаем, и он у нас дальше пошел работать. И вот, как видите, у нас здесь появился сундук, мы на него кликаем, и здесь нам могут выпасть как обычные камни, так и драгоценные, которые обмениваются на реальные деньги. Ну и, конечно же, друзья, чтобы открыть сундук, вам необходимо посмотреть рекламу, поэтому давайте это сделаем. Итак, закрываем рекламку, и смотрите, нам выпало 11 драгоценных камней и 22 обычных. Нажимаем «Забрать». А теперь мы эти драгоценные камни можем обменять на реальные деньги, для этого вот выбираем их здесь. И смотрите, курс изумрудов следующий. 11 изумрудов это 0,55 монеток, а 22 алмаза это 2,2 монетки. Итак, в общем, нажимаем обменять. Это тоже все дело обмениваем. И по итогу у меня на баланс прибавилось 3 монетки. Ну а теперь самое главное. Как думаете, какой курс у этих монет? Думаете, 1000 монеток 1 рубль? Или может быть 100 монет 1 рубль? Нет, друзья. Одна монета это 1 рубль. Да, то есть я сейчас на баланс получил 3 монетки, это значит 3 рубля всего с одного сундука за несколько секунд. Прикиньте, сколько таким образом можно вообще зарабатывать, и как быстро здесь можно заработать 300 или даже те же 500 рублей. И с каждого такого открытого сундука, который вы добудете в шахте, может выпадать от 1 вплоть до 10 монеток. Либо вам могут выпасть вообще только обычные камни, которые обмениваются на золото, здесь уже как повезет. И таким образом, друзья, вы можете запускать этот бур и добывать здесь столько алмазов и изумрудов, сколько вы захотите. Никаких ограничений и лимитов, зарабатывайте, блин, хоть целый день. И как видите, я уже заранее здесь заработал 530 монеток, чтобы вам на видео показать вывод. А вывод здесь как раз таки, друзья, доступен от 500 рублей. А точнее, минимум и максимум можно вывести 500 рублей. То есть 500 рублей заработали, вывели. Следующие 500 рублей заработали, поставили на вывод. И так далее бесконечно много раз. Но, друзья, будьте внимательны, что эта кнопочка «Вывод» появится у вас только после того, как вы откроете хотя бы один сундук, добытый в этой шахте. Я, как понимаете, уже давно здесь несколько, наверное, сотен сундуков открыл, поэтому могу деньги выводить. Выводят деньги на Киви кошелек, а также на Payeer в рублях и в долларах на другие платежки. Я буду выводить на Киви. Дальше мы здесь нажимаем «Получить», вписываем почту и номер Киви кошелька. Все, я указал почту Киви, дальше нажимаем «Получить», подтвердите, что данные указаны верно. Все, судя по всему, заявка на выплату создана. Да, 30 монеток, то есть 30 рублей у меня осталось, 500 улетело. И, кстати, да, пока мы ждем выплату, вы можете и дальше зарабатывать, чтобы быстрее накопить следующие 500 рублей. Но сейчас даю вам бонус, с помощью которого вы сможете заработать первые 500 рублей буквально уже сегодня. Сразу после первого запуска этого приложения вводите мой вот такой вот промокод FREEMONEY, который выдаст вам на баланс 200 монеток. Да, друзья. 200 рублей за ввод промокода, которые вы, естественно, можете вывести, и с их помощью вам будет намного проще накопить на первую минималку на выплату 500 рублей. Вы вообще где-нибудь видели 200 рублей за ввод промокода? Я уверен, что нет, поэтому, друзья, вводите. Это халява, бесплатно и только для вас. И вот, друзья, день в день, ровно 500 рублей без комиссии пришло на Киви кошелечек. Все супер, обновляем на всякий случай страничку и идем дальше. А дальше у нас топовое приложение под названием «Ферма пришельцев». Тут вам платят за каждый клик.
Да, я, друзья, реально. Вот, просто нажимаем на коробку, из нее выпадают пришельцы, и за каждого такого пришельца мы получаем по одной монетке. И так можно кликать бесконечно долго, но самое главное, друзья, здесь можно запустить полностью пассивный заработок, который будет кликать этих пришельцев за вас, и вы будете получать деньги, даже когда телефон лежит в другой комнате, а вы, например, отдыхаете. Так что, друзья, ставьте лайк, и показываю прям пошаговый план, как это запустить. В этом приложении вот здесь есть встроенный автокликер. Чтобы его активировать, надо посмотреть 20 реклам. И давайте я сейчас быстренько это сделаю. Все, друзья, видно здесь 20 рекламок у меня просмотрено. И я получил автокликер первого уровня, и он мне приносит по 5 монеток в секунду. И все, я уже, друзья, могу, вот, видите, не трогать телефон. А если захочу ускорить заработок, то, конечно же, могу помогать, кликать вот так вот пальцами и ускорять свой доход. Но также вы можете прокачивать свой автокликер и получать все больше и больше монет в секунду. Вот смотрите, если посмотреть еще 20 рекламок, то вы будете уже получать 10 монет в секунду. Потом еще 20 реклам посмотрите, 15 монет в секунду. И так максимум его можно прокачать до 25 монет в секунду. И давайте я сейчас все эти рекламки посмотрю. Занимает это примерно там от 20 до 25 минут, и посмотрим, что у нас получится. И вот, друзья, по итогу сейчас я уже зарабатываю 25 монет в секунду, и у меня самый максимальный уровень автокликера, и теперь можно реально зарабатывать вот так вот, ничего не делая. Но будьте внимательны, иногда здесь появляются вот такие вот фейковые пришельцы, от которых надо избавиться, просто их всех вытащив из коробки, и пока вы их вытаскиваете, как вы видите, деньги вы не получаете. И казалось бы, что тут такого? Но, друзья, в этот момент, как видите, автокликер останавливается, и чтобы его активировать, вам надо самим вручную избавиться от этих дебильных фейковых пришельцев. А еще, друзья, примерно раз в 10-15 минут приложение просит вас отдохнуть и посмотреть рекламу. И да, автокликер эту рекламу тоже не может сам пропустить, надо подходить к телефону, ее смотреть и закрывать. И таким образом уже можно зарабатывать на пассиве, но все равно каждые 10-15 минут надо подходить к телефону и помогать автокликеру, если вдруг возникло какое-то препятствие. Но сейчас я вам, друзья, покажу, как избавиться вообще от всего, что вам мешает, и вообще не трогать ваш телефон. А также покажу, как секретным способом прокачать ваш автокликер и получать с него аж 200 монет в секунду. Ну а там, друзья, еще будет денежный бонус. В общем, ой, вам крупно сегодня повезло, поэтому просто подпишитесь на канал, и все показываю. Смотрите, здесь есть вот такие вот специальные улучшения, которые можно активировать только на сайте этого приложения. И чтобы на этот сайт попасть, необходимо создать ключ. Для его создания вам необходимо либо накопить 250 тысяч монеток, либо ввести мой промокод Мастерингу, который будет, соответственно, под видео, и за это вы получите еще 1 миллион монеток на халяву. Ну и, соответственно, вы также получаете возможность сразу сгенерировать ключ и попасть на сайт. В общем, создаем этот ключик, он автоматически копируется, переходим на сайт, и вот сюда этот ключ вставляем. Дальше в личном кабинете идем в магазин, и тут вы можете купить любые улучшения, например, отключение рекламы вообще в приложении, которое останавливает ваш автокликер, а также, смотрите, навсегда здесь можно отключить этих фейковых пришельцев, и с такими улучшениями вы уже сможете вообще просто бросить телефон там на диван и не трогать его хоть целую неделю, потому что автокликеру больше вообще ничего не будет мешать. Ну а теперь самое главное, вы, друзья, можете прибавить к вашему автокликеру плюс 100 и еще плюс 175 монет в секунду, и того вместе он будет приносить аж 200 монет в секунду, почти в 10 раз больше, чем он приносит сейчас. С такими улучшениями ваш заработок просто, друзья, улетит в космос, и все эти улучшения, да, они покупаются за ваши реальные деньги. И вы можете использовать здесь как и ваши реальные деньги с ваших там карт или киви кошельков, либо те деньги, которые вы здесь сами в этой игре заработали. Оплатить любое это улучшение можно там с любой карты или там, например, киви кошелька, но если оплачиваете с киви, вот просто нажимаете купить с киви, дальше вводите киви кошелек, оплачивать, ну в общем все просто. И делать это не обязательно, все только по вашему желанию. И в одном из прошлых видео я провел эксперимент, закупился здесь улучшениями аж на 1000 рублей и проверил, какой у меня станет после этого заработок и как быстро я эти деньги окуплю. Это видео сейчас будет подсказкой, а также под этим выпуском обязательно его посмотрите, потому что вы будете сильно удивлены, ведь я там показал, как зарабатывать по 500, по 600 рублей в сутки
на пассиве. Вывод денег здесь доступен на Kiwi кошелек, на Юмани, на банковскую карту и на Payeer. Минималка на выплату 105 рублей. И курс монеток здесь вот всегда актуально отображается. 200 тысяч таких монеток — это 1 рубль. И да, с этого приложения я уже тоже много раз выводил, и о том, как это было первый раз, я тоже снимал ролик. Ссылочка на него будет также в подсказочках. Ну а мы идем дальше. Дальше идет игра под названием Mass Brain Puzzle. Здесь вы решаете примеры и за это получаете оплату. Но не переживайте, все намного проще, чем вам кажется. Сначала нам надо выбрать, какой тип примеров мы будем решать. Сложение, вычитание или умножение. Честно говоря, лично мне удобнее решать примеры с сложением. Поэтому нажимаем здесь play. И смотрите, нам выдается пример, и надо его успеть за 5 секунд решить и выбрать правильный ответ. Вот, например, выбираем правильный ответ. Все, пример был решен. Здесь загорелась зеленая такая галочка, и нам прибавился один уровень. Этот уровень не влияет на сложность следующих примеров, он просто показывает, сколько примеров вы уже правильно решили. И даем лайфхак, как решать эти примеры супер быстро, практически вот так, с закрытыми глазами, и зарабатывать в разы быстрее. Чтобы успевать решать примеры, старайтесь не складывать полностью пример, а складывать только последние два числа. Вот, например, 2 плюс 2, 7, выбираем, опаньки, все, правильно. Дальше 8 плюс 5, 13, выбираем, где на 3 заканчивается, все, правильно. Это реально сэкономит вам время, поэтому вам практически думать в таком случае не надо. Но есть еще один способ решать примеры, даже не складывая вообще ни одной цифры. Для этого можно использовать вот такие вот подсказки. Вот, нажимаем на подсказку, и она сразу выдает нам правильный ответ. Еще раз нажимаем, сразу правильный ответ. И так далее до бесконечности. И эти подсказки, друзья, вы можете купить либо за 1 доллар, за 1 игровой доллар 5 подсказок, либо эти подсказки могут выпадать из вот таких вот сундуков. Также, друзья, как раз таки в этих сундуках и содержатся реальные деньги, которые можно выводить. И эти сундуки вы получаете каждые 15 уровней, то есть каждые 15 правильно решенных примеров, вот, то есть я следующий сундук получу через 10 следующих решенных правильно примеров. Давайте их сейчас быстренько прорешаем. Все, я готов получить сундук, но, друзья, будьте внимательны, когда вы нажмете старт и не откроете сундук, то он просто исчезнет навсегда и придется заново копить на следующий сундук. Поэтому нажимаем не старт, а нажимаем вот так вот на сундук и нажимаем открыть. И, естественно, смотрим, блин, рекламу. Итак, рекламку закрываем. И из этого сундука нам могут выпасть как реальные деньги, так и, как в моем случае, подсказки. Мы нажимаем забрать. И только после этого мы нажимаем старт, чтобы продолжить. И из каждого такого сундука, если вам выпадают деньги, может выпасть разное количество, от 1 до 10 долларов. Ну, либо от 1 до 10 подсказок, как вам повезет. Курс этих долларов очень простой. К сожалению, 1 доллар это не 70 рублей, как с реальным долларом. Но здесь тоже неплохо. Смотрите, один такой доллар – это 1 рубль. Да, друзья, то есть с каждого сундука вы можете получать от 1 вплоть до 10 рублей. И за сутки таким образом здесь вообще легко можно зарабатывать по 200, по 300 рублей. Вывод здесь доступен от 500 рублей на Kiwi кошелек, на Payeer, а также можно отправить в виде донатов, в виде роблоксов в игре Roblox. У меня на балансе как раз таки уже есть 540 рублей, которые я тоже заранее заработал, чтобы сегодня не тратить и свое, и ваше время. В общем, указываем свои данные, нажимаем Take, все, денежки у нас списаны с баланса, и ждем сумму. И пока ждем выплату, даю вам настоящий денежный бонус. Блин, кто вообще досмотрел до этого выпуска, вы реальный красавчик, потому что вы уже, блин, столько бонусов собрали. Так что, друзья, всегда смотрите мои видео полностью, только в таком случае вы сможете получить максимум прибыли и заюзать вообще всю халяву, которая только есть. После первого запуска вы можете ввести мой промокод под названием HACK, который сразу вам на баланс выдает 100 долларов, то есть 100 рублей. За промокод, друзья. Используйте, такого вам больше никто не даст. И вот, друзья, сразу за выплаты из первого приложения пришла и выплата со второго, то есть практически за считанные часы. И напоследок, друзья, приложение «Великое ограбление», где вам надо реально грабить банк, доставать деньги из сейва и все это дело выводить на кошельки или карты. Это приложение похоже на ферму пришельцев, тут вы вот так вот кликаете и тоже за это получаете деньги. За каждый клик вот такой вы получаете по одной монетке на баланс, но также вы здесь можете активировать улучшение за просмотр рекламы и на протяжении 30 секунд будете получать аж в 10 раз больше монеток за клик, то есть 10 монет за каждый клик. И это улучшение можно активировать сколько угодно раз. Также здесь можно активировать автокликер, посмотрев 20 реклам, и он будет приносить вам 5 монет в секунду. И таким образом его можно прокачать до 25 монет в секунду, что, как видите, я уже давным-давно сделал. Также, смотрите, вы можете
добавить еще плюс 25 монет к вашему автокликеру, но в таком случае именно этот ускоритель будет работать всего 30 секунд. И да, все эти ускорители активируются за просмотр короткой рекламы. И, друзья, в этом приложении тоже есть специальные улучшения, которые доступны только на сайте этого приложения, и чтобы туда попасть, вам необходимо здесь сгенерировать код. Чтобы сразу получить возможность создать этот код, я для вас оставил промокод на целый 1 миллион монеток под видео, поэтому вводите его. Дальше просто нажимаем создать ключ и переходим на сайт. Вводим этот код на сайте и смотрите, здесь есть вот такая вот фишка, которую я больше, честно говоря, нигде не видел, она называется Battle Pass, ну или же премиальный пропуск. Покупая его, вы каждый, друзья, день на протяжении месяца будете получать уникальные улучшения, которых нету даже на сайте этого приложения. И при этом, смотрите, вы получите 10% скидку на все другие улучшения, которые здесь есть, и при этом ваш доход за каждый клик умножится в 2 раза. Но это еще не все. Также вы здесь тоже можете отключить вообще всю рекламу, которая есть в этом приложении. И здесь вы еще можете покупать вот такие вещи, как отмычка, лом, лазер. И каждый такой инструмент прибавляет плюс 20 монет в секунду к вашему автокликеру. И таким образом ваш автокликер можно прокачать, если их все купить, аж до 250 монет в секунду. И с таким, друзья, кликером косарь в сутки будет максимально для вас близок, и я сейчас не прикалываюсь. Я все это проверял в одном из прошлых видео, покупал здесь вот такой вот комбо-набор, который включает в себя кучу разных улучшений и стоит намного выгоднее, чем если каждое такое улучшение покупать по отдельности. И, друзья, честно, просто офигевал от происходящего. Кстати, это видео можете глянуть тут же в подсказке. И, как видите, я уже заработал 104 миллиона монеток, это 520 рублей. И давайте их выведем. Для этого нажимаем вот сюда. И вывод здесь доступен на Kiwi, Юмани, Payr и на банковскую карту. Минималка на выплату тоже 100 рублей. А вот моя, кстати, прошлая выплата на 2500 рублей. Итак, указываем свои реквизиты, сумму, дальше нажимаем заказать выплату. Все, выплата у нас успешно создана. Смотрим, вот, ждет одобрения, ожидаем. И вот, друзья, уже ближе к ночи, статус на сайте загорелся одобрено, и я только что вот получил 505 рублей. Почему выводил 520, получил 505? Потому что комиссия составляет 3% при выводе, по-моему. Ну вот, обновляем страничку, смотрим, 21.54, все пришло. Но если вам понравился этот выпуск, то посмотрите видео о еще 4 приложениях для заработка. Кстати, некоторые из них тоже платят вам на пассиве. Пока!